Работа в СМИ – это богатый мир, где можно найти и общение с людьми, и новые возможности современных технологий. Так, 10 июня для отряда волонтеров РДДМ «Движение первых» и лагеря дневного пребывания «Школа номер один» был проведен первый в истории телеканала «Фурманов ТВ» мастер-класс на тему «Моя работа в СМИ». Мероприятие началось со вступительной части главного редактора Юрия Пашина, который помог ребятам окунуться в суть дела. Затем с огромным удовольствием слово было предоставлено студентке Ивановского государственного университета, штатному корреспонденту Фурмановского местного телевидения Виктории Семеновой. Скажем, что это мероприятие было организовано не случайно. В летний период девушка проходит производственную практику, но в этом году она стала особенной. Главной целью преподавателей вуза выделили то, что студенты должны стать не только пишущими сотрудниками, но и попробовать на себе прелести организаторской части. Так и зародилось мероприятие «Моя работа в СМИ». Хотела донести до ребят, что же такое работа на телевидении, непосредственно через мой опыт. Хотела поделиться. Вообще, я думаю, что все получилось. Самое интересное – это были вопросы ребят, они интересно реагировали. И я думаю, что скучно точно никому не было. Конечно, буду себя хвалить, но я надеюсь, что это так. Своим рассказом Виктория погрузила ребят в атмосферу рабочего процесса на телевидении. Сначала речь пошла о том, как человеку приходит в голову мысль стать журналистом. Затем студентка перешла к основной части. Здесь школьники услышали о выездных съемках, что такое стендап, лайв, как правильно начитывать текст. И даже попробовали себя в роли корреспондента, где смогли взять друг у друга интервью. Скажем, что каждая теоретическая часть сопровождалась видеоподтверждением. Безусловно, личный опыт и небольшие секреты журналистки никого не оставили равнодушным. Этот прием впечатлил ребят. Корреспондентам будет это так здорово и интересно. Мне больше всего запомнилось, как вы попали на телевидение и рассказывали про разные истории. После подробного рассказа о работе на телевидении ребята стали задавать интересующие их вопросы, на которые получили емкие ответы. По мнению главного редактора телеканала «Фурманов ТВ» Юрия Пашина, такое мероприятие станет отличным поводом для дальнейшего продуктивного развития работы редакции. Дети смогли почерпнуть что-то новое и, возможно, задуматься над выбором будущей профессии. Действительно, медиапространство – это то, что нас окружает, это то, что дети видят и взрослые постоянно, радио, телевидение, интернет-ресурсы. И как это устроено, это, конечно, я не знаю, может быть, это не так важно знать, но, по крайней мере, интересно. И пусть не каждый ребенок, там, наверное, станет корреспондентом, там, журналистом, но, безусловно, то, что сегодня они узнали, пригодится им в жизни – в плане общения с людьми, и мне очень радостно, что вот Виктория сумела, мне кажется, донести до детей вот интерес к этой профессии и то вообще, из чего это все состоит. Это важно. Я думаю, что глаза, по крайней мере, у детей горели, и это радует. Организаторам удалось показать всю многоплановость телевидения. В этой сфере, с одной стороны, узкоспециализированной, а с другой – невероятно многогранной. Применение себе можно найти в абсолютно разных направлениях. Работать в кадре, писать тексты, вести съемку и многое другое. Поэтому, видя, с каким задором в глазах ребята прощались со съемочной группой, сотрудники нисколько не сомневались. Многие из них, может быть, даже станут новыми лицами популярных ТВ-каналов. Виктория Семенова, Виталий Узгринько, Юрий Пашин, телеканал «Фурманов ТВ».